Сегодня в Киеве состоялась презентация отчета Атлантического совета США под названием «Скрываются на виду. Война Путина в Украине». В презентации участвовали заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид, бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии Джон Хеберс, эксперт Атлантического совета Максимилиан Чуперский и эксперт Атлантического совета Эллиот Хиггинс. По их информации, существует несколько фактов, которые доказывают присутствие российских войск и российской военной техники на оккупированной сепаратистами территории Донбасса. Используя фотографии, опубликованные в различных социальных сетях в комбинации со спутниковой съемкой и панорамными фото улиц и автотрасс, представленными, например, сервисами Google Earth и Яндекс.Картами, заинтересованные исследователи могут с помощью геолокации точно узнать место съемки. Таким образом, геолокация является мощным и эффективным средством для отслеживания людей и сделанных ими фотографиями, считают эксперты. Представители Атлантического совета также предоставили видео, на которых видно, что техника, которую используют сепаратисты, была привезена из России. Например, танки Т-72Б3, КАМАЗ-4326-9 «Дозор», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», РСЗО «Град-К» были зафиксированы на Донбассе и состоят на вооружении только у Российской Федерации. Эксперты отмечают, что с началом вооруженного конфликта со стороны России на границе с Украиной появляются огромные военные полигоны. Со спутников известно о трех таких военных базах. База под Павловкой, в селе Куйбышево и полигон Кузьминский. Полигон Кузьминский был создан в 46 километрах от украинской границы. До 2014 года его не существовало. Этот полигон стал местом дислокации сотен единиц боевой техники, включая танки 5-й танковой бригады из Улан-Удэ. Одним из направленных на полигон танкистов был Бато Дамбаев, воевавший в Дебальцево вместе с другими военнослужащими 5-й бригады после отправки туда с полигона Кузьминский. На фото Бато со щенком сибирской лайки в лагере на полигоне Кузьминский. А на этом фото он на разрушенном блокпосту вооруженных сил Украины в Дебальцево. Также в отчете Атлантического совета приводят фотографии и истории нескольких погибших на Донбассе российских военных. Антона Туманова из 18-й моторизированной бригады военной части 277-77 направили в Украину в августе 2014 года, в то время, когда он был действующим военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации. Его не стало 13 августа 2014 года в городе Снежное, в Украине. Многочисленные очевидцы рассказывали прессе о колонне военной техники, передвигавшейся через Торез и Снежное 13 августа 2014 года. Особо приметными были БТР-80 и люди с белыми повязками на руках и ногах. Не случайно Туманов и его товарищи сфотографировались в Снежном с белыми повязками возле БТР-80А. Буквально через несколько часов после того, как был сделан этот снимок, в местных социальных сетях появились сообщения и видео, описывающие, как завод «Химмаш» был накрыт артиллерийским ударом со стороны украинских войск. Леонид Кичаткин из 76-й военно-воздушной дивизии военной части 742-68 проходил военную службу и жил в Пскове вместе со своей женой Оксаной и детьми. Несмотря на официальные заявления российских властей, что все псковские десантники живы и здоровы, закрытые похороны ребят начались 24 августа 2014 года. Похороны Кичаткина состоялись 25 августа, о чем сказано в сообщении его жены.